Где я? Что это за место? Скелеты? Где я? Что? Кто там сидит? Ну что, приветствую тебя в моем доме. Ты что хочешь со мной сделать? Ха-ха, ничего особенного, просто уничтожить второй раз. Тебя уничтожил Микромен, и уничтожу я тебя второй раз. Я не знаю, как тебя зовут, но это не важно. Вот он, мой флаг плачущей курицы, лев с короной. Ну что, запускайте, мальчики. Так точно, босс! Так, нужно включить рубильник. Есть, включил. Ну что, сейчас заработает. Я ненавижу Микромена и хочу его уничтожить, только не убивайте меня! Что? Что ты сказал? Получается, ты ненавидишь Микромена? Ну, хорошо. Ну что, проверим, насколько ты вот такой вот. Надеюсь, что ты меня не перехитрил, а то я тебя уничтожу. Что тебе от меня надо? Мне надо, чтобы ты рассказал, что ты по правде ненавидишь Микромена. Ты подписан на Микромена? Нет, я не подписан на Микромена. Ты чё, глупая? Я никогда на него не буду подписан. За слово глупая. Ты, я тебе дам. Что? Мое тело меня не слушается. Только все рубах. Блин, это больно. Все, это мой был последний вопрос. Ну хорошо, я тебя отпускаю. Что, все? Ты что ли хочешь, чтобы мы с тобой объединились и мы уничтожили Микромена? Хорошая идея, кстати. Хорошо, давай будем друзьями. Но только попробуй ему помочь, или ты снова сюда вернешься. Вау, ничего себе оружие. Да, ты должен с ним пойти уничтожить Микромена, пока он будет дома. Так и не разочаруй меня. Есть мой босс. Все, я пошел. Ну вот и все. Теперь он уничтожит Микромена. Хо-хо-хо-хо. Вы по-настоящему подумали, что я его послушаю? Нет, я его не буду слушать. Так, где он? Вон он, я его вижу. Вот и все, я убил плачущую курицу. И теперь я пойду сам и уничтожу этого Микромена. Ой, опять куда-то ушел. Ну что, друзья, всем привет. Это я, Микромен ТСК. И сегодня я снова буду вам показывать свой дом. Да, я сегодня изменю, короче, свой дом. Я поставил... я изменил свой дом. Я сделал себе вот такую вот кухню. Вот на холодильнике пока ничего не лежит, но будет лежать. Вот я здесь поставил... Вон я там вместо хромакея поставил шкаф. А вместо ноутбука сделал себе крутой ноутбук. Вот такой вот. Кстати, вот самый технологичный. Можно его вот так вот поднять, и крутой ноутбук будет. Да, но я сейчас не хочу у него там играть. Поэтому я просто его верну на место. Так, все. Короче, я даже не знаю, что я буду делать. Ну, посмотрю телевизор, что же мне еще-то пойдет. Блин, я его забыл включить. Включаем телевизор. Ля-ля-ля-ля-ля, блин. Так, вон он там Микромен за телеком сидит. Ну что ты, Микромен, готовься к хедшоту. Так, прицеливаемся. Совсем немножечко. И пли. Черт, не попал. Он хочет уже по мне стрелять. Уходим. Дядь, и где? Что это было вообще? Я не понял.
Нужно его дождаться. Нужно его, короче, дождаться. Я не знаю, что это было, но это реально что-то было. Так. А, вот там кто-то. Смотри-ка. Он хочет по мне попасть. На. Смотри-ка, он от моих пуль уходит. Черт, что мне делать? Ну... Вон, слышали, на. Так это хейтер. О, вот он упал. Так нужно аккуратно спрыгнуть. Ну что ты, глупец. Вот так ты и будешь здесь сидеть. Только мне надо ему поставить какую-нибудь ограду, чтобы он отсюда не выбрался. Вот и все, теперь ты будешь моим заключенным. Зря ты на меня нарвался. Совсем зря ты на меня нарвался. Глупый ты хейтер, зачем? Я же профессионал, он все равно меня не уничтожит, тем более снайперской винтовкой. Конечно, он раньше был опасный, но теперь он какой-то вообще слабаком стал. Вообще. Так, возьму еще вот это на всякий случай, чтобы он точно не смог отсюда вылезти. Вот, теперь он точно не должен отсюда вылезти. Теперь можно вернуться и посмотреть телек, пока он не очнется. Я очнулся. Мне надо отсюда выбраться. Эй, выпустите меня. А что? Что? Ты меня уничтожил. Значит, я тебя тоже. Что? Почему? Что это было? Что это такое? Так нужно срочно идти. Что? Неужели он выбрался? Нет. Нет, он не мог выбраться. Что же это тогда? Ну что? Что-то... Что? Ловите его!